Итак, всем привет, с вами Топгай, мы продолжаем играть за Англию в Crusader Kings 3. И я думаю, уже совсем скоро наша Англия станет Британией. Так, кстати говоря, подумал, вот это может быть я могу снять, если папе римскому прошу об отпущении грехов, но мне нужно 1500 на это, господи. Это, конечно, да, жестко. Так что, наверное, проще будет просто сменить персонажа. Да. Так или иначе, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем. Я, кажется, нашел того, кого я бы действительно хотел видеть своим наследником. Вот этот парень, он гений, он сильный, он имеет достаточно нормальные перки. Образование можно повысить в универе. И, по идее, да, должны все сейчас переголосовать за него. Но я бы еще, знаете, что ему дал? Я бы ему дал титул, у меня тут есть лишнее герцогство. Королевство я ему, конечно, не дам. Вот. Теперь он еще и герцог. Он еще и к нам относится получше, а самое главное... Так, да, он могущественный вассал. Я бы, наверное, назначил его на военку. Все-таки это у нас военка какая-то, ну, совсем грустная. И таким образом все выборщики голосуют за него. Почему у него все еще третий ранг? Я вот это не понимаю немножко. Типа, окей, я понял, вот это вот голосует за него. Очень как-то странно это считать, потому что здесь вот куча выборщиков, которые голосуют за моего, как бы, кандидата. А вот она голосует не за него, и поэтому... Теперь он, ну типа имеется в виду, что он сам, если что-то проголосует за себя, тогда все еще у нас раз, два, три. Это как-то не так работает, как я предполагаю, это работает, ну ладно. Ладно, они переголосовали, вроде все стало окей. Да, все-таки пересчиталось. Хотя все еще не очень понятно, ну ладно, вот это еще может переголосует. Этот персонаж станет получше. А тем не менее, теперь наш наследник действительно неплох. И у него помолвка... Который я бы хотел бы, кстати говоря, отменить. Мне хотелось бы, чтобы он женился на ком-то с хорошими трейтами. Но, увы, я вижу только вариант убийства, а этим я бы, наверное, не очень хотел заниматься. Ну, мы с Игорем стали умелым переводчиком, перевели мы книжечку и получили очень важный баф. Да, действительно, очень приятный баф. А вот здесь у нас кончается перемирие, и мы скоро сможем без войны, нужно только благочестие поднять. И опять армия северян против нас собирается, но мы-то уже такое видели, не впечатляет. Так что да, сражаемся с ними по старинке, собираем сразу армию. Увы, тамплиеры нам сейчас недоступны, кто-то еще их нанял. Но нам и хватит и нашей обычной регулярной армии, ведь они крайне сильны. И вот да, вражеские бойцы захвачены. Можно их сразу казнить, чтобы они поняли, что к нам лезть не стоит, и мы получим ноль. Это Ярд получит 0, потеряет деньги. У него были деньги, у него были деньги. Ну и вот все, теперь не викинг признания, а мы передышку получаем на 5 лет и получаем кучу престижа, отлично. Ой, смотрите, мой дорогой дядя, моя племянница из Восточной Франкии решила отдать нам меч Карлинг. Да? Да, почему бы нет? Доблесть плюс 4. И ополчение сохочек до 100 вассалов плюс. Это очень даже приятно на самом деле. Ой, опять чудовище. Можно лично сразить зверя. Отправимся. Так, дальше. Залезть перед престолом. Так понимаю, она там во фракции. Ну, это пробуем. Недовольство фракции. Пускай только попробуют подняться. Мы их разобьем полностью. И вот оно, чудовище из провинции Берниция. Благо у зверя. Ну и у нас очень хорошие шансы. В худшем случае мы получим ранение. Чудовище убито. Прекрасно. А студент университета жертвует золото. Папа Марин спасил с вашим персонажем. Что? Ладно. Ну и собака умерла, но мы сделаем из нее, очевидно, шкуру. Потому что шкура будет давать нам бафы и другим персонажам нашим. Вот оно. А это эффективность рыцарей и престиж. Это очень даже неплохо. Ну и величие двора как небольшой бонус. А мы перешли в раннее средневековье. Ура! Теперь можно исследовать что-то поинтереснее. Ну, смотрите, народный сбор у нас исследуется сам. А мы начинаем исследовать королевскую прерогативу и будем качать авторитет короны. Ну и очередную свинишку у нас бесчестный злодей. А теперь он неперемещательный злодей. Ну да, семья, конечно, маргиналов. С батей, как говорится, не сравнится. Но ничего, может наш наследник пойдет по пути своего деда. И станет получше. Да, деда. И года, как говорится, не прошло. Хотя вообще, конечно, прошло.
И мы, наконец, можем отправляться дособирать нашу Британию. И достаточно быстро мы их побеждаем. И на этом мы можем сделать, наконец, империю. Просто копить 1000. Какой-то Ашот предлагает нам купить его меч. Звучит слишком подозрительно, чтобы купиться. И наш сын умирает? Я так понимаю, он был, да, правителем Мерсии. Мерсии, кто его знает. Или... Подождите, правителем чего он был? Он был, да, герцогом Мерсии. Ага, другой наш сын. Такой же дурачок. Я стал там герцогом. Ладно, пускай, нас это не сильно волнует. Мы переходим на династию племянник, и там уже есть гений-наследник. Прекрасно. И вот оно. All Hail Britannia. Наш наследник, сын принц Вульгар, а? Вы могущественный император. Получили бездомен. Одно из самых важных, чего нам не хватало. И добавить законы. Можем аксессуарские выборы и сюда поставить. И сюда поставить кандидату, конечно же, нашего племянника. Отлично. Если говорят, наш управляющий может потихоньку вот это вот интегрировать к нам. Очень медленно, но тем не менее, пускай это делает. Я понимаю, это через какое-то время передает нам территорию. Вроде как. Нас это устроит. А теперь объявляем войну за вот эти вот острова. Господи, каждый раз эта музыка проигрывается, немножко надоело. Ну ладно, да, смотрите, какая уже 4000 армия наших тамплиеров. Действительно, мы можем только ими побеждать, и мы так и не делать, ведь это намного подешевле. Еще и у них генерал на 37 преимущества. Невероятно. И одна собака умерла, нам подарили вторую. Почему бы не взять? Отлично. Ладно, к ним прибыли союзники, поэтому они победили. Ну, мы просто тогда соберем все профессиональные полки. И вот такой вот армии уже высадимся без проблем. Куда вы, господи, как недалеко плывут. Я студент университета, жертвую золото. Это за ивенты такие? Это странно, но допустим. Может, это потому, что у меня здесь есть университеты, типа, поэтому, когда они в него ходят, они платят деньги? Видимо. А что, у меня опять напали северяне? Ну, опять разберемся сейчас, что я могу сказать. А еще король Лотаринги отправляет. Пригласил нас на большой турнир. А нам нужен проводник какой-то, вроде нет. Опытные эти тоже, наверное, нет. Здесь опасно. Особо, кстати говоря, вроде нигде. Может, у нас караванчик можно просто взять? Да не, ладно, караванчик и так у нас солидный. Да, давайте во время войны, почему бы не съездить на турнир. Эту войну мы так или иначе выиграем. По пути получаем счастливую кроличью лапу. Она что-то, по-моему, делает неплохое. Если я правильно помню. Это можно уже, наверное, убрать. И она дает доблесть плюс 2. Да, это на самом деле неплохо. Есть очень много куда лучших, чем мы, персонажей, поэтому немножко подвредить кому-то надо. Так, но все пристально присматриваются, но нас не заметили. Ладно. О, мы играем по голландским правилам. Нас тут пытаются обмануть. Судья, очевидно, за деньги правильно все посчитает. Ну и нет, мы проиграли. Увы. Все время северян мы, конечно же, победили. И теперь закончим эту войну, от которой нас отвлекли. Ну и, конечно, вторая выставка уже успешная. Это большей частью армии. Мы, конечно, немножко долги залезли из-за этого, но сейчас разберемся. О, Йормсвикинги исчезли с лица земли. Они больше не грабят неверных. Ну ладно. Ой, ну смотрите, как какой-то щедрый персонаж решил дать денег. Спасибо. Я думаю, что пора менять, скажем так, персонажа. Поэтому мы... Да, путешествие опасно. Смиренное паломничество. Ага, паломничество. Так, но здесь уже особо ничего нету больше. Раздумье, благотворительность, фанатизм. А, да, мы будем всем рассказывать, как надо на самом деле жить. Абсолютно безопасно. И вроде как в нашем случае, в нашей смерти все... Прекрасно переключиться от этого персонажа, раздадим какие-то земли. Блин, у него только одни дочери, очень неудачно, конечно, у него все. Но ничего, я думаю, еще есть время. Раздадим потом земли, и как-то нормально будет. Кстати, смотрите, он подрос. Видите, реально хороший чел. Вот это должно было быть наследником нашего деда. Можем кого-то вылечить, но нет, это просто легкий кашель. Есть процент на умереть, но нет. Не подойдет.
Так, а вдруг он ядовитый? Давайте, давайте, мы пытаемся убить своего персонажа как только можем. Так, стресс поехал. Вот-вот, так. Ну, этим мы заниматься не будем, наверное. Просто стресс накидываем побольше. Еще какого-то персонажа душим в походе. У нас уже два больных человека в походе. Так, еще один. Да, я чувствую, под конец все перемрут. Никто не вернется домой. И еще один заболел. Да-да, мы сейчас... Реально останемся одни. Так, еще один умирает. Отлично. Но, видите, у нас стресс снижается, увы. Но мы с этим не можем делать. И мы реально дошли до Рима. Черт, мы смогли. Я очень хотел, чтобы мы не смогли, но мы все-таки смогли. Действительно, сам Бог за нами смотрит, как говорится. И нам тут кто-то пытается обмануть, но я должен его точно сказать, что он нас обманывает. Иначе я был бы не собой. Да, и мы получаем кучу благочестия и возвращаемся домой. Понимаю. Кушение на меня, да ну справьтесь. За этим стоит граф Франсуа. Из Франции там что-то подсирает. А можно попросить об отлучении, его отлучат. Ага. Ну ладно, ладно, пока не стоит. И, ну, еще мало припасов. Минус безопасность путешествия, теперь еще и вес теряем. 8% то, что кто-то умрет, но не я. Устранение, давай, давай. До конца. Слушайте, ну что тут сказать? Действительно, мы съездили в Рим. В поездке было все, что только угодно, а не так. И наш персонаж даже не заболел. Хотя все вокруг умирали. Ну, нет, ну реально, он реально избран, реально сходил в паломничество, реально Бог не дал ему умереть, что еще можно сказать. Можно попытаться сделать самоубийство. А, ну видите, минус уровень величия. Это, наверное, не то, что стоит, не то, что стоит делать. Вот умереть во время охоты — нормальная тема. Давайте попробуем это сделать. А топором что-то махаемся, и можно случайно ногу отрубить. Пожалуй, нет. А еще мы программ 30 корон вводим. И относительно скоро, в скобочках не скоро, сделаем еще и повыше. О, на волка охотимся. Давайте. Но у нас очень хорошая доблесть. Так, еще можно стресс получить. У нас два варианта. О, более опасный. А этот еще... Ну давайте, вот этот попробуем. Нам нужен стресс. Есть шанс серьезного ранения или смерти. Мне только что сообщили о разорванном на части волком. И новый император владения Британия. Как все устроить? Вот, конечно, погибель персонажа император. Это ли Вульф? У него еще и в имени Вульф. Эх, но реально волк. Конечно, она будет висеть на стене нашей. Это здравствует новый хороший император, надеюсь. А мы в это время пировали. Совершенное совпадение. Ну ладно. Эй, господи, сколько же у нас тут дочерей? 4 дочери, причем 2 из них близняшки, а вот эти умные и гений. Но, к сожалению, нет сыновей. А еще очень странное наследование произошло, и вот этот чел стал королем Британии. Ну, знаете, Британия, там что-то, видимо, перепутали, и Пуп получил залуп. Ладно, поехали дальше. Ой, я думаю, это будет персонаж, который, возможно, реформирует веру, возможно, нет, но так или иначе... Я думаю, да, мы играем от того, какой он сдержанный, но при этом фанатик и садист. Знаете, стоит стена, зажигаем книгу, которую нам предлагают. Напыщенный, что он мне даст? Мне вассалов. Да, пойдет. Это значит, что нам нужно будет начать собственную кампанию вторжения против скандинавов теперь. Этот персонаж возглавит собственное вторжение. Он как раз таки имеет священную войну, гибкое смысление, агрессивная атака. Ему лишь нужно чуть получше образование получить. Ну, поэтому он, я думаю, и съездит в университет по такому поводу. Ну, а между делом захватываем себе Исландию. И вот вокруг Британии острова уже успешно захвачены. Мы выстроили такую оборону, я бы сказал. Осталось лишь здесь захватывать. Но это не скандинавы. Это просто не те христиане, поэтому с ними будем аккуратно и не спеша. А, и мы пытались убедить, да не получилось. Ладно, я понял. По-моему, значит, нам нужна инновация, которая нам Юрий вот этого дает, да? Да. Вроде как это работает. Но откроется оно не скоро, а есть пока что что-то приоритетнее. Ладно, как-то пока потерпим.
Хотя, слушайте, вот этот согласен на слабые феодальные обязательства, меня это устроит. В принципе, чего бы и нет. То же самое с этими, наверное, можно будет попробовать попозже. Так, но я все-таки делаю развод, мне нужно найти кого-то помоложе и кого-то со статами поувереннее. Кстати говоря, я мог бы на герцогине жениться, в теории это даст мне какие-то потом претензии сюда, но я бы не хотел. Ну, в принципе, меня устроит. У нее хорошие статы, в том плане, что у нее есть одна амазонка. Это неплохо передать детям. И у нее территория получается фактически... Наши дети будут наследовать здесь территории. За счет очень удобно для нас. Ой, мы, смотрите-ка, можем получить деньги от Папы Римского. Не зря я улучшаю каждый раз с ним отношения. 700 монет. Очень приятно. А с деньги мы и поедем учиться в универ. 900 монет стоит. Жесть. Так, война не ждет, опять северяне, видимо. А, ну ничего, мы справимся. Тут Кайот наш правитель учится, а наша армия по классике разберется без проблем. Можно получить латинский язык и стать намного более успешным, но потерять по стрессу проблемки. А, и мы сразу еще сверху накидываем, да? Мы можем в теории. Так как мы садист. Да, потерять тирания. Во, 68. То, что надо для нас. Здесь тоже то, что надо. Это все еще даст нам опять критический уровень, но нормально будет. И мы узнали секрет. Это, кстати говоря, был, видите, священник. Он, оказывается, был каннибалом. Чтобы... Ок, знать. И да, мы получили блестящий стратег и 2 очка для разблокировки. Шикарно. Еще какая-то книга у нас появляется. Плюс еще 10% опыта. Отлично вообще. Вот мы закрыли еще одну ветку. Здесь престиж, доблесть и военное дело. То есть то, что нам надо. Просто слава клада тоже приятно. Теперь еще куратора добить. И можно будет, наверное, выходить в ученость. А, ну и скандинавы решили очень далеко поехать. Ну, ладно, значит, поднимем армию. Есть что сказать. И у меня уже 5-я дочь. А можно, пожалуйста, как-то это... Можно как-то, ну, наследника, сына. А то мне нужно кому-то королевство передать. Ладно, план Б. Это наши дочери наделают внуков. Кому-то из внуков мы их передадим. Мы, кстати, тут присылают мечника. Он не самый хороший. Отправим его в орден. Почему бы нет? И наш соперник планировал наше убийство. Мы можем вызвать его на дуэль. Вот давайте это сделаем. Ну, я побеждаю. Минус прочность меча, но ничего. Починим. И все мультикаторы пропадают. Окей. Да, мы победили. И наша жена призывает нас в войну против тирании там каких-то правителей. А давайте, почему бы и не сбегать туда. Собственно говоря, да, да, вполне. Вопрос, если у нас... Да, у нас есть дочь, которая будет наследницей этих территорий. То есть, в теории, если мы ее сделаем нашей наследницей, тоже, то мы получим себе нового персонажа, у которого есть здесь территория и, собственно, Британия. Если нет, то просто... Наша династия получит здесь территорию, что тоже меня устраивает. Я сделал себе претензию на Зеландию, Дания. Будем сейчас заниматься Скандинавией. О, смотрите-ка, была да, король чеснок. И следующий, кто будет про это говорить, мы пьем много раз. Конечно. О, смотрите-ка, я там отправил мгновение какое-то исполнять. И нам выткнули тут красную ткань. Можем ее... Куда мы ее положить должны? Вопрос. Окей, понял, вот они, знамя домов здесь вот. Вместо чего-то этого. А вот вместо вот этого, которое тем более ничего и не дает. А вот и победа в войне, прекрасно. О, еще золото попросим. Это нам надо. Про золото на нашу компанию. В Скандинавию. Они еще и развалились. Это идеальный момент, чтобы вторгнуться. И у меня появился наконец-таки сын. Можно, конечно, кстати говоря, передать вот этому парню флаг, но он глупый, и у него... Скорее всего, не самые, скажем так, хорошие дети, да. Поэтому просто передаем нашему новому сыну. И мы получили себе первую территорию здесь, которая и поможет нам... Так. Да. Которая поможет нам чуть позже продолжить наше завоевание. Ну что ж, у нас есть первый оплот в Скандинавии. Нам из Британии осталось лишь покорить Ирландию. На которую мы чуть попозже попросим претензию у Папы Римского, но, наверное, есть им представим, потому что он вряд ли наберет благочестие. Он не самый, скажем так,
любимчик церкви. Ну вот, престижа нам, наверное, хватит, чтобы подразвивать нашу культуру и немножко что-то к ней добавить. И плюс, конечно, этот же персонаж нас будет сейчас здесь захватывать их территории. Мы покажем, что теперь наше время грабить себя, точнее, нести цивилизацию, священную веру и культуру этим нашим северным соседям. Ну а с вами был Добгай. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, дизлайк, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.